По пятницам у Елены Михайловны Стоцкой происходили сеансы. Это было одно из наиболее интересных и приятных ее занятий. Начались эти сеансы еще при ее покойном муже, который был готов в угоду своей молодой жене заниматься всем, чем было ей угодно. А мы с вами на Дворянской улице и говорим о том, как жила эта улица в самом начале 20-го столетия. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».